Доброго времени уток, друзья! Буквально вчера в своей группе ВКонтакте я публиковал новость про шикарнейший бандл от Humble Bundle. Возникло много вопросов и непоняток, поэтому я решил записать подробный гайдик, как все это купить и активировать. Начнем с того, что есть такой отличный сайт под названием Humble Bundle, и на нем можно очень дешево купить много полезного добра. Ссылку на него я, естественно, оставлю в описании под видео, сразу на два вот этих бандла. Собственно, здесь мы видим бандл для художников, в котором, в принципе, вот это есть пометка Software Bundle, то есть здесь содержится только программное обеспечение и различные дополнения для него. Есть Mixed Bundle, в котором могут содержаться и приложения, и игры, и книги, и какие-то ресурсы. В нашем случае это ресурсы для Unity, и также здесь есть видеокурсы. Давайте начнем с Unity. И первый вопрос, который возникал, сколько же надо потратить, чтобы получить то, что вы здесь хотите. В верхней строчке у нас есть тут время, которое осталось до конца бандла, и, собственно, что мы получим за определенную сумму. Либо можем сразу нажать Get the Bundle и там уже указать желаемую сумму. Значит, за $1 мы получим вот эти 4 ассета. Я, в принципе, покупал его только ради вот этого Easy Mobile Pro. И это прям вообще топовая вещь для тех, кто занимается разработкой мобильных игр и хочет как-либо монетизировать их. Но помимо монетизации, там есть также и множество удобных вещей, например, интеграция с различными сервисами, создание видюшек, гифок, внутриигровых покупок и, в общем, там действительно много чего полезного. Плюс ко всему, он еще и совместим с тем же плеймейкером, и в будущем там обещают совместимость и с другими средствами визуальных программирований. В общем, штука очень полезная, но отдавать за него $80 было как-то жалко. И буквально в этот же день мне попалась уже вот такая вот штука, где его можно купить буквально за $1. А следующий полезный ассет, который вы получите, это M3. И с его помощью вы сможете очень быстро и просто создавать различные деревья прямо в Unity. В общем, здесь нужно просто посмотреть трейлер, и вы уже поймете, насколько это круто. А если вы когда-нибудь видели программу Speed 3, то это, в принципе, примерно то же самое, только уже прям внутри Unity. И вообще классная, короче, штука. Делает и лоды самостоятельно, и различные шейдеры настраивает. В общем, прям то, что нужно. Ну а следующие два пока содержат уже по 250 моделей. В принципе, они практически одинаковые, только этот содержит прототипы. То есть модели здесь даже без текстур, и они очень легкие. И точно такой же ассет, только уже с HD-графикой, который содержит уже готовые текстуры, и в принципе модели уже готовы для использования в играх, ну или просто для визуализации. И все это, ребят, за всего лишь $1, хотя стоимость в сумме примерно $240. Ну, это очень круто. Но также здесь есть еще варианты заплатить побольше и получить еще больше полезных ассетов. Всего за $14 мы получаем 3 очень и очень полезных инструмента для процедурной анимации, просто для создания и редактирования анимации прямо в Unity, и достаточно полезный ассет для организации и создания интерфейсов прямо внутри Unity. Ну и, конечно же, по принципу с первым вариантом содержится здесь прототипы моделей стройки и также более расширенный вариант с HD-графикой. Здесь вам и строительная техника, и различные контейнеры, и, в общем, все, что вы можете встретить на стройке. И, наконец, за $15 вы получаете тот самый Playmaker, который сам по себе стоит $65. Получаете обновленную версию Aura 2, и это самый лучший, самый оптимизированный, вообще самый кайфовый ассет для создания объемного света и тумана. Лучшего, в принципе, просто не найдете. Также вы получаете еще два набора графики, как прототип, так и HD. Причем, кстати, с персонажем, у которого содержится более сотни анимаций. Ну и самих моделей окружения здесь тоже более сотни. Плюс визуальные эффекты и, соответственно, звуки. И само по себе это стоит на Unity $130. Ну и также два обучающих материала. Это обучающий видеокурс. Он, к сожалению, на английском, что для многих может показаться какой-то сложностью или препятствием, но на самом деле вы большую часть равно поймете.
даже если вы абсолютный новичок. А если не новичок, то все равно много нового вы здесь узнаете. И также есть Unity Learn Premium, где вы уже будете изучать решение конкретных задач в разных сферах деятельности, то есть создание игр, в автомобильной и архитектурной визуализации или же при создании фильмов и анимаций. И все это добро вы можете приобрести всего лишь за $15, ну и накинуть сверху на благотворительность, то есть за $15 и больше вы получаете все, что вообще есть в этом бандле, то есть и вот это, и вот это, и вот это. То есть меньше чем за 1000 рублей вы получаете ассетов стоимостью больше, чем $1000. И на мой взгляд, это очень и очень выгодно. Даже где-то $1100 здесь получается. И вы это получаете всего лишь, блин, за $15, меньше чем за 1000 рублей. Окей, теперь как это, собственно, все купить? Листаем в самый низ и выбираем здесь сумму, которую вы готовы заплатить. Чтобы получить все, вам достаточно заплатить $15. Но если вы хотите также достигнуть немного на благотворительность, можете добавить либо в Custom Amount, либо нажать здесь просто 25. Но если вы хотите приобрести самый минимальный набор, вот этот вот за $1, за 64 рубля, то просто здесь в Custom Amount вводите $1. Он вас будет предупреждать, что вы не получите контент за $14 и за $15. И если вас это устраивает, то просто листайте чуть ниже и выбирайте, с чего будете платить. И, кстати, оставляйте комментарии под этим видео, потому что спустя неделю я разыграю сразу несколько ключей вот этих ассетов, потому что тот же Playmaker, например, у меня уже есть, как есть и практически все ассеты из этого бандла, но я думаю, что для вас это будет достаточно приятно. Поэтому давайте сразу при вас же я все это и куплю, чтобы уже до конца показать, как все это происходит. И, кстати, дополнительно вы можете добавить еще $10 на месячную подписку и получить еще один, так сказать, бонусный бандл. О нем я сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Но мне он не нужен, поэтому я просто сразу оплачиваю через тот же PayPal. Выходит все-таки чуть-чуть больше 1000 за счет американского налога, который у них применяется ко всем покупкам, потому что у них цены везде указываются без этого налога, так что ничего страшного, это нормально. Итак, вы получаете вот такое письмо, что заказ завершен. Это что-то вроде вашего чека, которому вам написали, что вы приобрели, и нажимаем «Get your content». Здесь у меня уже палит мой ваучер-код, но я, в принципе, прямо сейчас активирую, чтобы меня не опередили. И тут же есть ссылка, по которой надо перейти, чтобы его активировать. Давайте сразу перейдем, листаем в самый низ и нажимаем здесь «Sign me up». А здесь тоже листаем в самый низ и нажимаем, что мы имеем код дискаунта. Вставляем сюда этот код, «Apply», и теперь стоимость для нас всего лишь $0, то есть бесплатно. Ну а теперь просто здесь регистрируемся. И здесь тоже опускаемся в самый низ. И здесь есть «Watch your course here», то есть смотрите ваш курс здесь. Нажимаем. Здесь, кстати, есть Discord. Можете туда присоединиться и задавать свои вопросы там. И вот он, мой аккаунт. Нажимаем. И можем уже начинать его здесь смотреть. Ну, думаю, дальше вы здесь уже разберетесь, что да как. А мы пока возвращаемся. Нам надо еще много чего другого активировать. А теперь что делать с вот этими вот ключами? А здесь нажимаем, но я пока нажимать не буду, чтобы не спалить. И у вас здесь появится ключ, то есть ваучер, который мы будем вводить уже в Asset Store. В Asset Store логин и пароль такой же, который вы указывали при регистрации на сайте Unity, если, конечно, регистрировались, если нет, то регистрируйтесь. Так, теперь нажимаем на наш профиль. Redeem Voucher. И сюда вставляем этот ключ, нажимаем Redeem Voucher код. С Unity Learn Premium чуть-чуть посложнее. Здесь также все открываем, копируем, нажимаем на ссылку. А здесь нажимаем вот тут. Выбираем организацию, которую привязать. И если тут ничего нет, нажимаем Create New Organization. Соглашаемся с их правилами и подтверждаем.
Итого у меня получается целых 9 ассетов, которые у меня уже повторяются, и поэтому я разыграю их среди комментариев под этим видео. Что касается месячной подписки, то за нее вы получаете сразу несколько игр. Каждый месяц, естественно, игры меняются, и можно посмотреть, что было в предыдущих месяцах. А на самом деле здесь попадаются даже довольно-таки годные игрушки, ну если вы коллекционируете карточки и игры в Стиме, то для вас это просто прям находочка. В общем-то, 8 игр стоимостью более 150 долларов каждый месяц вы получаете всего лишь за 12 долларов в месяц. Ну и, к слову, я тоже запустил на свой, так сказать, бандл с блэкджеком и плюхами, где за 1 доллар вы получаете практически все товары с моего магазина Gumroad, кроме видеокурсов. Но все 3 видеокурса, плюс еще несколько дополнительных видеоуроков и видеопроцессов, плюс модели, можно приобрести всего лишь за 10 долларов. А, к слову, каждый из курсов стоит по 2-2,5 тысячи рублей. А также заходите по ссылке в описании и выбирайте либо за доллар, либо за 10. Нажимаем «Я хочу это», вводим здесь уже свои данные и e-mail адрес, на который вам придет, так сказать, ваш контент. Ну и само собой пришло время разыграть целых 3 игры на ваш выбор, а среди 3 случайных человек, оставивших комментарии под этим видео. Итак, первый победитель у нас есть. Посмотрим, кто у нас будет вторым. Итак, у нас есть второй победитель. И остался третий. Теперь у нас есть целых 3 победителя, и лучше всего, если вы сами мне напишите в группу ВКонтакте, скинув скрин внутри вашей страницы, чтобы было видно, что это действительно ваш канал, и заодно напишите, какую из 3 моих игр вы хотели бы получить. Ну а для тех, кто в розыгрыше не победил, к сожалению, не расстраивайтесь, так как сейчас на эти же самые игры действуют очень даже хорошие скидки прямо в Стиме, и ссылки я, естественно, оставлю в описании под видео, так что переходите и покупайте. Ну а с вами, как всегда, был Арталаский, и я ненадолго с вами прощаюсь. До скорых видео, пока!